Здравствуйте, дорогие ребята! У нас сегодня в гостях малыш. Скажите, вы любите сказки? Здорово! Малыш тоже очень любит сказки, поэтому предлагает вам отправиться в маленькое путешествие-игру по сказкам Корнея Ивановича Чуковского. Готовы? Тогда отправляемся. Ребята, давайте вспомним эти замечательные сказки. Смотрите внимательно на картинки. Молодцы! Муха-цокотуха, Айболит, Мой Дадыр, Бармалей, Федорино Горе, Тараканище, Путаница, Краденое Солнце, Телефон. Умнички! Ребята, а теперь давайте посмотрим на картинку внимательно. Скажите, из какой сказки эти предметы? Все верно. Полотенце, мочалка, мыло, расческа из сказки «Мой Дадыр». Молодцы! А теперь, ребята, посмотрите на эти предметы. Как вы думаете, из какой они сказки? Конечно же, халат, градусник, аптечка из сказки Корнея Ивановича Чуковского «Айболит». Молодцы! Ой, а из какой сказки эти предметы? Муха-цокотуха, Бармалей или Федорино Горе? Все верно. Лопата, сито, корыто и метла из сказки Корнея Ивановича Чуковского «Федорино Горе». Молодцы! А сейчас, ребята, послушайте отрывки и скажите, из каких они сказок. Слушаем внимательно. Звери задрожали, в обморок упали, волки от испуга скушали друг друга, бедный крокодил жабу проглотил. Из какой сказки? Верно, Корнея Ивановича Чуковского «Тараканище». Слушаем дальше. Долго-долго крокодил море синее тушил пирогами и блинами и сушеными грибами. Из какой сказки? Верно, «Путаница». Молодцы! Ребята, отгадываем дальше. Вдруг, откуда ни возьмись, маленький комарик. И в руках его горит маленький фонарик. Из какой сказки? Верно, «Муха-цокотуха». Скачет сито по полям, а корыто по лугам. За лопатою метла вдоль по улице пошла. А это из какой сказки? Умнички! И такая дребедень целый день. То тюлень позвонит, то олень. Из какой сказки, ребята? Молодцы! Ну вот и все, ребята. Наше путешествие по сказкам Корнея Ивановича Чуковского подошло к концу. Мы с малышом надеемся, что вам понравилось. До свидания, до скорых встреч!